Здравствуйте, друзья! На связи Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алям». Цель моего сегодняшнего обращения к вам, наверное, многим из вас понятна. Мы немного изменили стиль нашего канала, многим это понравилось. Как говорится, разбавили фактуру более веселыми тонами. Ушли от серьезного и пришли к более неформальному виду. Я хочу сегодня вам, скажем так, дать комментарии на те в первую очередь, возмущения, которые мне пишут. Ну, пристыдить меня не получится, не в том я возрасте. Вот, ну вот эти вот, типа, мне не идет роль клоуна и все такое. Ребят, все самые серьезные глупости на земном шаре делались с серьезным выражением лица. Это не мои слова, слова какого-то гениального человека. Я от себя добавлю. Большинство кредитов берется с серьезным выражением лица. Ну и, конечно же, отдавать их приходится еще более серьезными комплексами, проблемами. И так далее, и тому подобное. Прекращать разбавлять ситуацию я не буду. Я буду действовать так, как мне подсказывает мой опыт, мои желания. Кому-то нравится, большинству нравится. Поверьте, останавливаться на том, что мы уже достигли, мы не будем. Я буду размещать на своем канале, конечно же, и записи серьезных переговоров, записи переадресации. Напомню, да, переадресация – это услуга, когда клиент, наш клиент, обратившийся к нам за юридической защитой, получает в бесплатном формате услугу переадресации. Когда ему звонит кто-то из банка, ну, то есть он видит нежелательный входящий номер, он просто его сбрасывает. В этой связи происходит переадресация, он настраивает переадресацию на необходимый номер, который мы им даем, и уже трубку берут наши ребята из колл-центра и разговаривают с этими горе-взыскателями. Очень часто я беру трубку для того, чтобы продемонстрировать, как работает переадресация, разговариваю с нашими взыскателями и так далее и тому подобное. Когда я веду переговоры в формате троллинга, поверьте, это согласие наших же клиентов, это уже не переадресация. Это немножко другой уровень, так скажу, это вам знать не нужно, как и где я беру входящие звонки от взыскателей. Но так или иначе, еще раз повторю, большинству интересно. В комментариях, пожалуйста, пропишите те, кому интересно. Вот в комментариях к этому видео дайте мне знать, действительно ли вам это интересно. Но я буду понимать, что это действительно нужно продолжать. Если все-таки будет большинство против, то мы, конечно же, будем упор делать, естественно, на серьезный формат. Но он и так будет, этот серьезный формат, поверьте, не без этого он будет преобладать. Таким вот образом, в ближайшее время я улетаю в отпуск, надо отдохнуть небольшой, поэтому записей будет меньше на канале. Ну, не теряйте меня, смотрите, будем там из старенького что-то выкладывать и так далее. Что касается старенького, помните, да, кто видел уже, да, видео выложено с полицией, ну, на тот момент это была милиция еще, они вот как раз в формате были переквалификации, переаттестации, так они называли эту ситуацию. И у меня там была небольшая подборочка, я вам на ваш суд выложил. Чтобы вы понимали, те из вас, сейчас обращаюсь к тем, кто считает меня там каким-то там закрытым телефонным террористом и так далее. Ну, в том смысле, что я там троллить только могу. Нет, я никого не боюсь, готов с каждым, кто что-то мне хочет предъявить, встретиться, как говорится, лично. И доказать свою позицию. Думал, как доказать того, что я вот не просто там где-то там спрятавшись от
тролль, а реально человек, который не боится прямого контакта. И у меня осенила идея. Да, у меня были там в закромах вот эти вот видосы. Я их выложил, вы видели, что я совершенно спокойно могу подойти напрямую и так далее. И продолжить в правовом формате переговоры. И, в общем-то, в формате, как я говорю, личной встречи, личного контакта. Поэтому сразу отсекаются те вот ребята, которые привыкли думать, что на YouTube выкладываются только, скажем так, ролики трусливых троллей. Нет, это не про меня. Но и не из-за того, что я там богатырь какой-то, а все проще, намного проще, ребят. Просто я понимаю, что я делаю. Я не первый год живу на белом свете, мне не 20 лет, я не юноша. Отец семейства серьезного, сына недавно женил, дочери 19 лет вот на сегодняшний день, да, ну и еще одной дочери 7 лет, в первый класс отвожу. Это вот на момент сегодняшнего ролика, да, 7 августа 2016 года. Вот такие комментарии на сегодняшний день, поэтому... Пожалуйста, кто мучился в догадках, кто не мог понять, кто я такой, зачем я делаю именно так, пожалуйста. И далее я буду комментировать все свои действия. Если будут у вас вопросы, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. С удовольствием буду выходить в эфир вот в таком вот формате и вам обо всем рассказывать. На связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты. Кстати говоря, так, по скриптум. На всех моих роликах выходит предложение, да, в виде аннотации подписаться на наш канал и предложение встать под юридическую защиту. Оно действительно актуально, это предложение от меня. От меня. Поэтому вы можете элементарно кликнуть на эту аннотацию, да, на окошке видеотрансляции, и вас переведут, вас перенаправит система на наш сайт. Там останется вам только заполнить форму правильно, корректно, и с вами наши специалисты свяжутся. Ребят, бывает так, что очень много народу, не всегда, ну, крайне редко пропускаем кого-нибудь. Не стесняйтесь, напишите мне ВКонтакте, меня легко найти, на почту 946-78-36-собака-mail.ru. Напишите элементарную фразу: я посмотрел видео на сайте, я оставил заявку, со мной не связались. Кстати говоря, что касается видео на сайте, прежде чем писать заявочку, обязательно посмотрите видео на сайте. Очень много вопросов снимется. Вы освободите наших сотрудников, которые с вами будут связываться, от долгих и ненужных объяснений. А вот видео на сайте дает очень полную картину, достаточно полную картину, как устроена работа нашей компании. Поэтому не забывайте об этом. Ну, на этом теперь все. Еще раз повторю, на связи был президент Центра юридической защиты Кузнецов Дмитрий, компания «Алям». Всего вам хорошего, счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. До свидания.